тут так смешно было вообще. Какие-то малолетки пытались войти по фальшивым документам. Что надо? Я им сказал, что ввалили. Они упертые оказались. Обошли здание и пролили... Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. И, короче, один из них увидел тут свою мамашу. Она-то всем говорит... Идем или как? Может, повеселимся втроем? Эй, чего просто стоять смотреть, а? Ты умеешь выгибаться так, как она? Не так быстро. Нет. Давай ты разрешишь себе сегодня немного поразвлечься. Ой. Поговорим. Прямо здесь? Смотрите, массаж на обочине? Неплохо. Нет. Ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Какой ты сладкий. Кажется, я так нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Привет. Ищешь компанию на вечер? Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми. Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Стой, котик. Да. Ты куда так спешишь? Я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Он тебя бесплатно зачипировал? Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Ага. Встретимся на месте. Зато работает. И не попросил с тебя денег? Да? Даже просрочку? Я же говорю, после операции... Эй, а ну-ка не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Я ищу Рипера. Его зовут Фингерс. Знаешь, где его клиника? Допустим. А тебе он зачем? У меня проблемы с имплантом. Ты не с нашего района. Неужто другого Рипера в городе не нашел? Я слышал, Фингерс лучший. Ага. Лучший Рипер для шлюх. Ты шлюха? Эскортник. Для особых случаев. Поэтому мне нужен рипер, который выполнит особые запросы. Ладно. Фингерс таких любит. Пропусти его. Он нежное создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме явилась! Голубое масло? Чем они шевелятся? Голубое? И кабы знал, владыка, наверное, производная цифабрикола. Мы таким ставились на третьей корпоративной. Да это настоящий. 24 часа не чувствуешь боли, а потом почти ничего не помнишь. Для них самое оно. Не в курсе, где тут живет Фингерс. Если б я мог, я бы поменял.
Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге у тебя остаются только провода и пустые бутылки. Убрал живо. Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и Шельма придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. Отвали, не трогай меня! Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Кого я вижу? Неужели так сильно хочешь поговорить с Эвелин? Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Джуди, ты что вообще здесь делаешь? То же, что и ты. Пытаюсь найти Эвелин. А ты вообще взял эту цифру, ёбану? Погоди, ты знала, что Эвелин нет в облаках и не сказала мне? За кого ты меня принимаешь, а? Зачем бы я стала тебе про это врать? Потому что ты мне не доверяла. Я и сейчас не доверяю, но это все равно не повод. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Не видела девушку с голубыми волосами, с кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно, Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю, лучше его спроси. Слушай, моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая, о чем речь? Так, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая, терпела сколько могла. Теперь попробуй. Давай, пойдем. Маленький ротик. Погодите, что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губки. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от Шельм. О, Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Соберись, Ви! Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси кого. Я же не просто лепила. Я их понимаю.
Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Лучше сразу выкладывай все, что помнишь. Иначе ты не забудешь мое лицо до самой смерти. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Они говорили про бабочку, про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу.